Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня я буду сеять такие однолетники лобелия, прям несколько вот таких вот сортов у нее, и гацания. Это все однолетники. И я хочу сделать рассаду, чтобы они меня порадовали своим цветением в июне. Но они цветут с июня и до заморозков сами. Ну, как вы поняли, это для высадки в открытый грунт. Или вот лобелия очень хорошо еще подходит для балконов, для вазонов, такие висячие кашпо. Она подходит очень хорошо для бордюров, то есть из нее можно делать разные композиции, допустим, как вашей душе угодно видеть. Остановимся сейчас на лобелии. Это прекрасный однолетник. Она очень обильно цветет, начиная с июня и до поздней осени. Прям очень красиво. Она просто такими свисающие побеги у нее имеет. Ну, тут разные. То есть ее можно в подвесное кашпо, как я и говорила, а можно также оформлять какие-то клумбы ей. Она возле бордюра, вот прям ее вот рядом так вот садить, и очень будет красиво. Вот у меня, видите, вот такие вот 4 сорта разного цвета. И сейчас я ее буду сеять вот в такие контейнера. В природе лобелию можно встретить по всему свету, в принципе. Она предпочитает, конечно, субтропики. И в умеренном климате тоже она растет. Почву она предпочитает рыхлую. То есть у меня здесь не совсем такая, знаете, питательная должна. В общем, рыхлая почва, либо с песком ее можно смешать. А у меня вот здесь вот просто купленный грунт для посадки, ну, универсальная, в общем, земля. И такая, знаете, дренажная крошка. Вот я ее всю перемешала здесь, и получается такой довольно-таки рыхлый грунт. Здесь имеется дренажное отверстие. И я вот хочу, чтобы потом создавать композиции, да, как бы по цвету, чтобы мне ориентироваться. Вот здесь вот на стаканчиках я уже написала L1, то есть вот у меня сорт L1, чтобы мне потом было проще. И теперь грунт засыпаю в эти ячейки. Так, комочки желательно, чтобы не было комочков. Все вот, чтобы почва такая была однородная. Комочки разбить. Вот сейчас я наполнила ячейки, и теперь вот эту нужно утрамбовать почву немножко. Вот так. И сейчас я поставлю в поддон и пролью слабым раствором марганцовки. Вот такой вот слабенький, розовенький. Ну, вот примерно сейчас так налью. Если что, потом добавлю я ее еще. И вода у меня будет примерно 60 градусов. То есть практически горячая, чтобы земля была теплая. Тогда семена наши хорошо зайдут. Ну, вот такой вот у меня раствор получился. И вода горячая, я уже сказала, примерно 60 градусов. И сейчас я пролью почву. То есть пока я сейчас буду семена готовить, она чуть-чуть остынет, но будет теплой. Как раз то, что нужно. И сейчас буду открывать пакетик первый. Я приготовила блюдце беленькое. У нее очень мелкие семена. Вот такие вот семена у нее. Сейчас высыплю. Очень мелкие, как будто пыль. Даже не верится, что с такого мелкого семени вырастает растение. И теперь просто
Я вот так вот, вот, как на перчаточке, вот у меня семена. И я их просто вот оставляю здесь. И сейчас беру другим пальчиком. И поэтому земля должна быть влажная, чтобы они прилипли. Остались. Ну, это не факт, что они тут прям все схожи, но взойдет. Ну, вот их даже и не видно. Я просто здесь вот семена остались, я вот так вот хочу потрусить. Просто жалко же. Их столько много. Вот так вот еще добавлю. Так, две ячейки у меня остались под другой сорт. Посеяла я L1, вот такая каскадная. Такой цвет красивый очень. Сейчас лобелия вот таким цветом, прям вообще голубой такой, почти практически синий. Ну, красавица просто. Ну, вот если в том пакетике было много семян, то здесь прям пожалели. Придется вот так вот, я его разорву. Так вот. Вот они где еще. Вот они где. И таким же методом. Так, это вот эти вот у меня. Здесь так вот сыплю сюда. Ну, этих прям вообще вот прям мало. И теперь наши семена нужно вот так вот присыпать почвой. И теперь все это под пленочку, такую тепличку. И в теплое, светлое место. Ну, теперь берем другие. У меня еще два сорта. Вот таких вот. Белая. И вот такая вот. Вот посеяли лобелию. Я верхний грунт, там совсем его мало, и поэтому я не поливаю, так как у меня смоченный полностью грунт очень хорошо. Сбоку есть вентиляция, то есть дышит немножко, как-то сильно уж не надо, чтобы это. Я поставлю к батарее это все на окно. И осталось у меня посеять гацанию. Это тоже очень красивый однолетник, очень крупные цветы и сам такой невысокий. Он очень подходит для горок каменистых таких, очень декоративно смотрится. Такое растение. Он растет кустиком, то есть можно и в вазон его высаживать, как бы, то есть по-разному, как вы смотрите, вот как хотите видеть, да, то есть так вы можете его посадить. Принцип посадки такой же, как и лобелии. Вот подготовила контейнер, вот такие вот сорта, очень красивые. Сейчас я также их подпишу. Например, Г1 поставлю, чтобы знать, какой сорт. И Г2. И теперь на стаканчике Г1. Г1. Грунт я также обработаю, пролью марганцовкой горячей водой. Открываю первый пакетик Г1. Ну, здесь семян не так много, как лобели. Здесь всего 1, 2, 3, 4, 5 семечек. Ну вот так же высыпаю на блюдце их.
Ну, даже можно, я не знаю, даже. Ну, вот буду... Как лучше сделать? Вот так вот посею. По две семечки в каждую. А здесь вот одна получилась. И теперь второй сорт. И также я их сделаю по две семечки. Пусть они развивают себе хорошую корневую. И сейчас я также присыплю грунтом и под пленочку. И все теперь под пленочку. И также вот этот вот ящичек я поставлю сейчас на светлое, теплое место возле батареи. Ну вот посеяла я еще два красивых очень растения и буду ждать всходов. Всем удачной посадки, увидимся в следующем видео.